правое — это свойство отдачи, которое хочет участвовать в свойстве царя Давид. Да. То, что царь Давид все время просит высшую силу. Царь Давид все время просит высшую силу, он все время старается поднять себя, пробудить себя к Творцу в исправлениях, в молитвах, и вместе с этим он сам воюет с противоположными силами, противоположными связи и слиянию с Творцом, и поэтому его работа была и во внешней войне, и во внутренней войне.